Всем привет, друзья! Мы начинаем. Сейчас увижу, идет ли трансляция. Отлично, вроде у нас сразу засек. О. Алекс, привет, дружище! Ты уже здесь? Я пока картинки не вижу, но ладно, ждем. Вот, все, я себя увидел. Как звук? Может, напишешь? Как слышно меня, как слышно игру? Что-то я здесь вообще не двигаюсь. А, двигаюсь, все. Ура! Так ура, это значит все хорошо, да? Или то, что наконец стрим начался. Вот, обязательно начнется. Я вложился нормально по времени. Я первый вроде. Да, ты первый. Все норм. Спасибо, дружище. Тогда не буду проверять. О, Герман, привет. Рад видеть очень. Игорь, приветствую, дружище. Ну, отлично. Я рад, что вы подошли, друзья мои. Конечно, я тебе всегда помню, Герман. Как я могу забыть? Наша встреча была просто незабываемой. В том смысле, что когда ты пришел на канал, мы нашли ледяного дракона в Скайриме. Ну, вернее, замерзшего во льду. А как об этом можно забыть, дружище? Так, против других игроков, существ, уничтожить, разыграть. Вот это можно заменить. Может, подороже что-нибудь выпадет? Нет. Сыграйте 10 зеленых карт. Ну, значит, будем играть в Пандоре с зеленой колодой. Так. Вот, привет, Степа. Привет, дружище. Ну, давай, мне зеленые карты как раз надо разыграть. Давай честно сыграем один раз только. Потому что люди ждут. Сейчас я возьму. Подожди, колода у меня есть. Да, вот. Стандартную зеленую создавай колоду. И присылай. А ты у меня, не знаю, в друзьях есть, Алекс? Наверное, у меня в друзьях нет. Ну, присылай. По сути, я могу сформировать, да? Или ты уже прислал, да? Мне просто здесь запросов столько, надеюсь, у тебя ник тот же. Я не понимаю, как удалять запросы в этой игре. Вот это единственный такой нюанс. Добавить недавнего... Он просто все время, видите, предлагает недавнего противника добавить в друзья. Зачем в дис? Ты мне здесь присылай просто, и одну партию сыграем. Зачем дискорд-то? Вот. Как дела? Ну, развивайся потихонечку, друзья. Сейчас на Твиче теперь. Это судьба была, прийти на Твич, потому что если бы не обстоятельства, я бы, наверное, никогда не решился прийти на Твич. Там есть один нюанс, который меня сдерживает, да, чтобы прийти на ту платформу. Там нельзя хранить видео. Там видео хранится ровно 14 дней. Если ты очень матерый стример, 60, ну, если прокачанный, да, то есть у тебя много зрителей, 2 месяца. А для меня важно сохранять то, что я делаю в общении с вами. Поэтому для меня это критично. Ну, вот Алекса жду, что-то он молчит. Давай пока колоду соберу в Пандоре. Народ ждет. Как раз песни послушаем. Победитель прошлого стрима. Ну... Да я почитал, в интернете пишут, что это типа вроде теперь автоматизированный страйк. Ну, то есть, как бы машина приняла решение и выдала. Минимальный страйк на Ютубе, ребята, 90 дней. Поэтому. Машина посчитала, что мы достойны страйка. Техподдержка молчит, да. Техподдержка написала, никакой реакции. Так, я не туда зашел. Я хотел, да, я хотел звук убрать. Давайте я музыку включу. Народ, в принципе, собрался.
включу вам трек «Победитель». Послушайте, пока мы ждем Алекса. Почему бы нет? Так, запускаю трек «Победитель» предыдущего музыкального стрима, друзья мои. Нет, бесплатный, дружище. Большие города. Это Би-2, дружище. Приветствую, Саша. Вот. Это Би-2, ребята, был. Только что. Сейчас я зайду просто в ВК, чтобы фиксировать, если что-то напишут.
Просто я когда слушаю трек, я же не разговариваю, поэтому молчал. Может, кто-то уже подзабыл из вас. Так, сейчас, ребят, мы тут решили с Алексом немножко. Да, привет, дружище, еще раз. Вот с ним решили помериться силами. Одинаковыми колодами. Фьери, что мне нравится, здесь есть стандартные колоды, вот чтобы просто поиграть в интерес, да? Мне кажется, самое то. Ну да, я потихонечку подбираюсь к тебе. Ну, возможно, мне нравится тоже Наутилус, так что все классно. Вверху вон аватарки есть. У меня отображается вот аватарки. Ребят, всех приветствую. Вот, уже крупняком пошел. У нас Алекс. Надо его как-то утихомиривать. Только не знаю, чем тебя успокаивать-то. Грозного такого. Да. Интересная ситуация. Ой, я сейчас так сразу не вспомню, Саш. Я же очень давно, как бы сейчас мало времени остается. Я почему музыкальные стримы люблю тоже. Хоть музыку есть возможность послушать. Так было бы даже мне уже непросто. Что это у нас? Ну, в принципе, неплохой вариант. Скажу я вам. Так. Не ошибиться бы мне. Не ошибиться бы. Ну вот и ладненько. Черные птицы что-то знакомое. Так, что у нас? Интересная ситуация, друзья. Так, подумаем. А вот это уже ладненько. Это уже получше. Просчитался немножко. Переживем. Угу. Ждем. Ну, а что я могу сделать, Алекс? В этом недостаток.
Ничего не поделаешь. Тут уж ты решаешь, вслепую сражаться или нет. Ладненько, как говорят, да? Да ладно. Ну просто, видишь, успел перехватить контроль над ресурсами. Сколько бы у тебя карт не было, у тебя не хватает маны, чтобы тебе противостоять. Ну все, да, то есть, как бы, понимаешь, я уже тут раз убрал, не зашел в тыл. Ну, я на самом деле интуитивно играю, как бы, по-разному. Тут зависит от того, как карта пошла, на самом деле. Вот я все с чаем же тоже вчера говорил об этом. Вот. Когда мы играли с ней, ну не играли, она меня спрашивала, как я играю вот там за охотника, почему такой стиль. Я говорю, стиль зависит и от опыта игры, и от команды, да. То есть если сильная команда, иногда тебе приходится выполнять какие-то действия там, или от карт, вот как бы здесь, да. Но я бы не сказал, что я очень хороший игрок. Если бы я был очень хороший игрок, у нас бы там топовый был рейтинг. Но тут еще такая тонкость есть, я не преследую рейтинг. У меня же цель не стоит рейтинг набить. У меня цель стоит кампанию пройти в игре. Для этого мне нужен уровень. И все, мне надо уровень набить, пройти основной сюжет, и потом просто мы здесь будем слушать музыку. А может быть, даже потом со временем подберу какой-то другой карточный проект с сюжетом, если найду. Ну или подходящую игру в душе. Цель-то основная такая. Вот. Потом можно другими колодами с тобой еще поиграть. Это можно перед стримом, если заранее будешь готовиться. Мы сейчас с тобой сыграли колоды это, зеленые, потом можно сыграть ну, в следующий понедельник колодой горной. Как тебе такой вариант, Алекс? Может, он еще, видишь, Герман присоединится. Я так понял, он тоже игрой заинтересовался. С каждым по одному разу, с одинаковой колодой. Мне нравится играть с людьми, когда одинаковая колода. Да, у тебя одинаковая карта, у меня. Тут и влияет рандом, и опыт. Ну, поэтому опыта у меня чуть-чуть побольше. Ну, там уж со временем нагонишь. Давайте посмотрим. В принципе, немного. Мы набираем, почему сотый уровень. Я сейчас объясню. Есть тут мировые боссы. Последний босс открывается с сотого уровня. То есть, вот у нас уже столько открыто. Мы остановились, если я правильно помню. Нет. А где тут пишется расположение, награда? А где награда? Вот, повержен. Мы остановились здесь. То есть вот с этого босса мы уже не сражались. Видите, есть награда за него. И вот мы сейчас набиваем уровень, чтобы сразу пройти сюжетку. Может быть за один стрим, может быть за два. Перед этим мы еще поиграем. Есть сюжетка Сверхнебеси. Как видите. Такая вот, я не знаю, вот Сверхнебеси я могу друзей приглашать? О, я могу тебя как раз в Сверхнебеси потом позвать и вместе проходить с тобой игру. Не с компьютером, а мы можем пройти Сверхнебеси, Алекс, с тобой вместе, в кооперативе. То есть я тебя, например, зову, и мы вдвоем проходим компов. Коль ты первый, кто заинтересовался феерией. За такой большой промежуток времени, по сути, мог любой. Вот. И есть сюжетная кампания на двоих. Так что поздравляю, дружище. Не, лучше один трек за 31, дружище. Ну, просто прецедент будет, ты ж меня знаешь.
Притом мы почти купили уже последний вариант. 9500 золотых осталось. Я почти уже заработал, как вы видите. У меня уже 5390. Так что мы сверх небеси все купим. Плюс есть миссии здесь. Не знаю, конечные, не конечные, пока не разобрался. Где можно просто набивать опыт. Надо будет потом немножко в них поиграть, посмотреть. Вроде должны быть конечные. Но я не знаю. Мы сейчас просто играем, слушаем музыку и играю в Пандоре. Сейчас вот мы как раз в нее пойдем. Так что вот такой сюжет здесь. Вот путешествие называется, сюжетная линия. С людьми поиграть, битва, потасовка вот наподобие. Здесь Пандора. Вот. Ну или даже не потасовка, как называется в Херсторме. Я забыл уже, давно не заходил. Где тоже за денежку можно там играть с людьми. Поехали, формируем колоду. Ну, подождем, если не прилетит, я тогда сейчас зайду, посмотрю, прошел, не прошел. Странно, я проверял, вроде все работало, дружище, но я проверю. Проверить? Ну, давай проверим, если ты говоришь, что правильно. Я сейчас тебе скажу, дошел или нет, если что, запущу его. Сейчас все проверим. Первый раз донат за все время не дошел, ребят, вот сколько помню. Мы уже играли, пока он там открывает. Давайте продолжим. Нам зеленые карты, да, еще нужны? Вроде мы там, я мало разыграл зеленых карт. Так. Ну, будем тогда собирать, давайте, зеленую колоду. Вот эта карта стоящая. Прыжок. Ну, это чисто против врага, но ее усложнили. Вот этой штуки раньше не было, друзья. Можно было халявно играть. О, наш. Может, комбинацию воды с этим? Возьми три карты. Стоимость всех существ среди них снижается на 2. Ну, давайте. Вот просто прям соблазнили меня взять такую колоду водную. А, понятно. Ну, тогда я выключу сейчас здесь. Так. Уменьшить силу атаки и здоровье существа 2 раза. Ну, это вот такая своеобразная карта. Но есть проблема, нам брать больше нечего. Так что можно взять, в принципе, ее. Так. Получает способность полет. И плюс один, когда вы в первый раз берете карту стоимостью 7. Ну, у нас только вот первая карта будет с такой стоимостью, так что. Вот это, в принципе, классная карта. Это вот защищаться удобно, но я вот это возьму. Иногда мелкие карты хорошо спасают в бою. Тоже хороший вариант. Из мелочи. Да, вот это меня тоже часто спасало. Хотя вот этот вариант... А, ну 5. 5 леса, это жестоко. Хорошо, что я обратил внимание. Что 5 леса нам не потянуть. Не знаю. Ты вроде с утра нормально сегодня провел поддержку. Все работало. Да, посмотрел. Ну, что неудобно, они у тебя перевернуты. Чуть-чуть некомфортно. Я так и не понял, как их перевернуть. Существо 2 М5 или больше. Хороший вариант. Ну, хорошо, Алекс. Договорились. Единственное, я опасаюсь, солдат заглядывал и мог подумать. Ну ладно, все на благо. Долго ли стрим будет идти? Дружище, я планирую где-то до 20-20-30, то есть еще час-полтора постримить. Ну часик там, может чуть-чуть дольше. Посмотрим, как у нас пойдет сейчас в Пандоре дела. Потому что и так в 16.30 начал. Хочу все-таки до 20.30, наверное, постримить.
Блин, каждый раз, когда вы разыгрываете события. Но мы еще ни одно событие не взяли. Опять на события. О, защита, отлично. Вариант. Ну, ты знаешь, там единственный момент, интересно, какой-то в костюме был человек, где надписи по бокам. Я так понял, по какой игре не понял. Но опять же, из-за того, что камера слабенькая, сложно было разглядеть, насколько хорош костюм. Так что нормально, дружище. Как бы... Потому что вот такие вещи хочется же рассмотреть. Так, я думаю, или вот 4, или 5, но зато молот всегда будет попадаться. Лучше молот. Давай, Алекс, спокойной ночи, дружище. Так, посмотрим. Сейчас, конечно, колоду соберем. Что-то я зеленых почти не взял. Я хотел зеленую колоду вообще-то. Взял одну воду. А все почему? Потому что у нас была тут карта, аватарка наша. Вот. Из-за нее все поменялись планы. Кажется, когда погибает соседнее существо. В принципе, вариант для нас. Вариант. Так что давайте возьмем. У нас очень много мелких карт, это может нас выручить. Ну давай тебя, смертоносный ты наш. Производство. Вы берете карту, получаете 2 и наносите себе 2 единицы урона. 5 воды. Где вам достану 5 воды? Вот мне скажут. Когда вы собираете фери, это сооружение получает плюс 1 к здоровью. А, вот это хорошая штука. Если успеем, конечно, феерии собрать. Колода у нас маленькая. По мощи. Ну, хорошо, хорошо. Ну, в среду обязательно тебя ждем, дружище. Выбранное существо получает способность насмешка. Хоть костер бери, настолько слабые карты. Давай костер. Вот это очень хорошая карта, если получится ее нормально разыграть. Сдает озеро. Получает плюс 1 каждый раз, когда вы разыгрываете события. Да, было бы у меня побольше событий. Хотя у меня, в принципе, и карты, и молот, это же тоже вроде к событиям относится. Давайте попробуем. Рискованный путь, но все же. Хорошая карта, но у меня крупных карт, вот просто раз-два я обчелся. А, давайте рискну. У меня мало крупняка, поэтому вепрь подойдет. 5-3 карты, стоимость на 2 снижается. Ну, в принципе, если я уже из-за этой карты так просел. Поглотитель был, можно было взять, в принципе. Ты сделайте выбор. Свиньте землю, возьмите карту. Просто феерическое предложение. Следующая карта стоит так, с базовой 7 или больше. Вы понимаете, что у меня столько нет? У меня на 7 почти нет карт. Ладно, рискнем, но... Давай, плюс 6. У меня мелочь, может быть, мне это поможет. Защитные сооружения. Крупняк вообще не идет, ребят. Так.
Вы берете одну карту существа, можно из вашей колоды за каждое существо под контролем врага. О, отлично. Крупная, крупная карта нужна. У меня крупника нет. Что-нибудь еще крупное есть? Озеро прыжок. Давай, создавай озеро. О, насмешка. Пойдет. Пожизненно подходит, в принципе. Давайте. Беру более крупные уже карты. Опять сделайте выбор. Делаю. Прыжок, дар, если под вашим контролем есть 8 или больше особенных земель, получает 8 или больше. Ну, вы даете. Давайте защитную карту. Все, последнюю берем. Когда вы берете карту нелегендарного существа, как понять легендарное и нелегендарное? То есть, давайте попробуем. Первый раз вижу такую карту интересную. Так. Случайный выбор. Нанести 16 урон, 6-13. Давайте. Не знаю, потянем, не потянем, но хотя бы попробуем. Так, смотрим. Что он выступит против нас? Выставит. Значит, попробую разыграть в таком количестве события, ну ладно. Вот мне интересно, это событие же, исследование. Получается, он должен стать сильнее. Вроде как. Отлично. Ага, работает. Все правильно, я понял. Замечательно. Так.
Так, Елена, ну так че, почему? У меня все работает. Можешь перезагрузить? Странно. Просто у меня трансляция идет. Проверь, пожалуйста. Так. А чем он меня? Ага. Вот так вот. Когда вы добываете феерию в колодце противника. Отлично. А добывать мне-то, если честно-то, и нечем. Просто я же отслеживаю с планшета, я вижу твое сообщение. То есть у меня все отлично идет. Не знаю, правда, с какой задержкой не смотрел. Работает все прям изумительно. Так, надо закрываться. Вот и думай, как лучше действовать. С одной стороны, нам нужно это существо, но нам сейчас там ничего и не взять. Понятно, я один на трансляции. Когда вы выбираете последний на колесе сил случайным образом лечь урона между врагами. Вот что это за существо, я вообще без понятия. Так что да. Ну хорошо. Мы ходим сюда. Отлично. О, ребят. Давайте не будем рисковать. Фух. А то что-то я не заметил, что у меня-то есть карта нейтрализации, все. Отлично. Прям напрягся, думаю, чем же нейтрализовывать? Противник. Так, он подошел ближе. То, что мы хотели достичь, на самом деле, от противника. Мы хотели, чтобы он подошел ближе. Он еще и нам помог. Великолепно. Угу. Вот как. Вот такущий удар. Интересная ситуация. Так, и как нам лучше поступить? Яйцо чудес. Нам сейчас не разыграть его банально. Ну что, водное какое-нибудь существо сюда. А здесь уменьшаем. Отлично.
Так, да, привет. Привет. Лена, ты увидела меня? Все? Видно трансляцию? Так, ему важно идти к нам прорваться. Нам важно закрыться, я думаю, поэтому будем закрываться как получится. Я вот не знаю, может быть, легендарное яйцо все-таки туда использовать. Вдруг что-нибудь стоящее вытащим против него. Или что-то крупное все-таки разыграть. Вот и думаешь. Решил пойти на крупняк. Да, сегодня Алекс что-то хотел музыку послушать и передумал. Так что вот такие дела. Там весело получилось. Я видел, что солдат заглядывал, увидел, что Алекс есть и ушел. Алекс, что-то у него не сложилось с этим, с донатионом, из-за чего он ретировался, скажем так. Ну что, я думаю, надо нам тоже тебя как-то добивать, да? А ну так возьмем и уйдем. Не пойдем на рожон. Тоже можем быть жестокими. Кто кого называется? Кто кому быстрее настучит? Отлично. А давайте я рискну и перераспределю. Отлично. А вот это да. Повезло. Перераспределили очки удачно. Ты до конца? Никак можно обращаться. Не знаю, понятно. И это... Алекс сегодня со мной сыграл, добавился в друзья, и мы выяснили, что я могу с ним теперь проходить сверхнебесье, представляешь, в этой игре. Он успевает везде найти кооператив. Понимаю, я удивлен. У него прям тяга, наверное, к кооперативу. Даже в Феерии нашел, как вместе поиграть. Ну, отлично. Да, он как бы добавился, и я уже зашел, из-за того, что он первый. Говорю, ну ладно, сверхнебесие буду с тобой тогда проходить. Если, конечно, у него онлайн будет стабилен. Если, конечно, будет онлайн нестабилен, всегда можно тебя позвать. Игра-то бесплатная. Так.
Тебе вообще феерия понравилась как игра? Чай. Так. Ясно. Ох, почему ты со мной не хотела поиграть? Так бы мы с тобой сыграли, я бы нашел эту лазейку с верхней беси. Я играл тогда с компьютером, но я не думал, что можно с другом проходить. Мне же в друзья как бы толком никто не добавлялся. Ну или я не понял этого. Конечно, опять Алекс застолбил. Кооператив. Только я не знаю, как с ним потом играть. Если он будет так, конечно, посещать кооперативные игры, то это будет тяжко. А Алекс сегодня предложил сыграть. Он добавился, и это все выяснилось. Я-то не предлагал, он сам попросил, говорит, давай партиечку сыграем, и это. И мы сыграли партийку. И вот оно вот как-то так запустилось. Хотя, знаешь, я могу один раунд с ним сыграть, одно сверхнебесие с ним, одно с тобой. Надо вообще посмотреть, сколько у меня сверхнебесий. Если у меня их 4, то значит 2 с тобой пройду, 2 с ним. Давай честно, почему бы нет? С одной стороны и с ним поиграю, с другой стороны и с тобой. Как тебе такой вариант потом? Я просто, мне сейчас осенило, там же отдельно. Я тебе сейчас я доиграю и покажу тебе сверхнебесие. Ну, то есть покажу, что мы нашли. Так. А, да, завершить. Изфаняюсь, я задумался. Иногда случается. Такое иногда случается. Я понимаю. Он тоже не играл, у него 4-й уровень где-то. Мы просто как решили? Он берет зеленую колоду. Если хочешь, ты можешь установить, сыграем с тобой. Я сейчас Пандору пройду, почему бы с тобой не сыграть? Одну партию с зеленой колодой. И потом можно, например, одну партию. Ну, стандартный, там у меня горная колода есть. Как раз разберешься, посмотришь, понравится или нет. Просто, по сути-то, почему и не сыграть? Так, хорошо, смотрим. Крупняк. Хочу пойти здесь на него в ответ. Хотя бы я с той стороны пошел, ну ладно. Так. Давайте берем карты. Так, когда вы собираете фири? Не сильно я, конечно, изменил, но только вот где-то вот эту потерял, этой, вот эту выиграл, в принципе. Костер. Что-то крупное намечается. Видите, как разыгрывает. Крупняк. Все. Туды-сюды. Крупные карты разыгрывает. Надо закрыться. Так.
Может убить ту карту. Разыгрывать мне нечего, удивительно. Хорошо. Или взять. Много карт у меня. Могу обжечься. Из-за этого. Понятно. Что-то крупное сейчас разыграет. А, нет. Ну, он сейчас крупняком начнет давить. Так, это что у нас? Давайте крупную карту разыграем, хотя, а он уйдет и убьет этой карты, конечно же. Все просто до скверности. Так, тогда даже не знаю, три карты мне сейчас не взять. Да загружай, как раз Пандору сейчас пройду и тоже с тобой сыграем. Я, в принципе, могу в конце стрима или перед стримом всегда поиграть с тобой, с Алексом. Почему бы нет? Что это было? Три единицы урона. Ну, вот я не понимаю. А, он пожертвовал, понятно, с собой. 3 единицы урона. Сколько тебе надо? 8, да. 8 особых земель. Почему так все тяжко? Могу пройти в тыл, в принципе, к нему. Но разыгрывать мне там нечего. Поэтому я могу только его удерживать какое-то время. Что-то он копит, конечно. Копит основательно. Так, убрали. Что у нас есть? Что у нас есть для контрнаступления? У нас, по сути, ничего нет для контрнаступления. Просто ничегошеньки. Так, забираем. Ладно, все равно больше уже не получим. По сути, надо посмотреть, на что он копит ману. Понимаете, в чем суть? Он же что-то хочет получить. Он же не просто так накопил 21 ману.
Ну, видишь, у тебя уже установилась она. Так, контурное наступление на меня. Вот это что за повелитель ужаса какой-то? Ага, вот как ты работаешь. Повелитель ужаса. Я понял, как ты работаешь. Не очень это для меня. Ой, как не очень. Ладно. Сюда. Так. Да, ситуация-то не айс. Убрали. Особые земли, особые земли. Сильно с особыми землями ты не разойдешься. Да, непросто. Подкрадывается, у него преимущество в мане. Как и чем его перекрывать, даже не знаю. Ну, видите, у него колоду, он знает, как ей играть. Вот эта тонкость. Еще и не потерял это существо. Что я не понял. Как... А, все, я понял. Вот этой штукой, что я взял? А мне больше нечем крыть. У меня остальное мелочь. Но тут можно только сдаться. У меня нечем больше крыть. Ну что, закачалась у тебя игра, че? Я тебе давай покажу. Ты же здесь? А. Или тебя нету? А, подойдешь тогда. Ты тут или нет? Не твоя аватарка. Ясно. Тогда продолжаем.
Так что да. Ну и что, дружище? Прыг-скок. Рена, Рена, Рена. У нас просто полная колода мелочи, поэтому... Смысл. Ну, я еще первый хожу. Самое обидное дело. Этот первый. У него еще и такая аватарка. Опытно, видать. Не, может сразу нейтрализовать, может быть у него есть стрелковая атака, а может и нет, а может прибережет, что я все равно сейчас ничего не добуду. Отлично. Так. Задумался наш оппонент. Ну, в принципе, у нас есть события, которые мы можем разыграть. Нам маны не хватает, чтобы это сделать. Во-вторых, я не знаю, насколько мы в безопасности. Интересное решение. Какой-то крупняк пойдет, да? Угу. Зачем-то в лоб идет, заметьте. Почему ману не взяли? А, еще ход не закончился. Что-то крупное может разыграть. И мне даже не перекрыть его. Вот и думай, вот и гадай, что он там задумал. Ну что, закрываемся как можем него. Так. И смотрим, что он там запрятал в рукаве. Так. Да что ж такое? Я как раз с тобой разговаривал, но вижу, тебя нет. Сейчас, правда, сейчас тебя вообще не отмечает, что ты на стриме. Да. И крупняк сразу. Ну, я просто... Вот как это выросло? Я не понимаю, как вот он сейчас нарастил это существо. А, случайную карту и ++6+6. Неплохо. Неплохо. А что еще я могу сказать? Нормально так.
Идем сюда. Пытаемся получить какую-нибудь карту. Может, что-нибудь вытащим? Комбо сделал. Небольшой наш оппонент. Или это ты? Или она? Нет, кто-то другой. Так. Запутываюсь надо немножко, друзья. Решил пойти в лоб. Отлично. Неплохо так. Перевоплотили создание леса. Что нам делать? Тоже хороший вопрос. Что нам делать? С одной стороны, надо в контратаку идти, пока она удешевилась. С другой стороны, тогда мы не сможем перекрыть наступление врага в этом направлении. А нет, нам это даже выгодно, если он убьет это существо. Но он убьет, наверное, наше контрнаступление. Ну, в принципе, тоже вариант неплохой. Давайте попробуем его отвлечь от наших Занзибар. Идем в контрнаступление, пугаем его. Пытаемся выбить из колеи. Нарушить ход боя и его планы. Интересное решение, очень интересное. Понятно. Нейтрализовал. Я тут не могу ничего сделать, ё-моё. А я не заметил. Что же нам делать-то? Ну, берем две карты. О! Вот эта карта нам здесь нужна. Попробуем нейтрализовать. Он был чуть-чуть по-другому. А, нет, у меня там не хватило бы маны сделать. Как? Вот как он сейчас взял? А, у него, если меньше жизни, да-да-да. 3 рубля. Просчитался я немножко. Если меньше жизни. Возьмите атаку за другое ваше существо на 6-6.
Так, перегородили. Закрыли на себя. Это все, что мы можем. Да что такое? Ну, вот будем знать, что ВК, он не очень стабилен. Да что мне с ним делать, а? Вот живучее создание. Как мне тебя нейтрализовать? Не дает мне его убить, и все. Хоть тресни. Я ничего пока не могу сделать, как бы я ни пытался. Мне маны банально не хватает. А у него как раз маны хоть отбавляй. Так. Так, от этого создания мы сейчас избавимся. Тут закрылись. Ну, это пока все, что мы можем сделать. Чего он опять сделал? А, события. Отлично. Карты события. Ну что ему сказать, не складывается. Мы не успели просто развиться. И карта пришла, которая уже нам ничего не даст. Бывает. Ах, а бывает так. Бывает так. Даже если я начну закрываться, я закрыться уже не смогу. Хорошо, 4,7. В принципе, я могу усилить эту карту. Даст мне хоть какое-то время. Давайте. Завязываем себя. Ну вот, какой-то шанс у нас появился. Не знаю, надолго ли. А, он еще и стреляет по мне, супер. Ну все.
Нейтрализовал. Ну давай, добивай уже. Тут уже без шансов. Иногда я поражаюсь, как люди собирают идеальную такую колоду. Это, ну, не знаю, мне кажется, нереально собрать настолько выверенную колоду. Так. Чай, если ты еще здесь, смотри, сверхнебесье, это вот здесь. Две карты тогда я с Алексом пройду, а две карты с тобой. Вот видишь? А, повержен. Стоп. Вот видишь, у меня здесь куплены миссии. Раз, два, три, четыре. То есть одна компания. Вторая, их четыре. Их четыре компании. Вот это еще не купили мы. Вот, познать, позвать союзника, видишь? Если я почему об этом не знал, я могу позвать союзника только когда он онлайн. Из-за того, что онлайна типа, ну, не было у меня никогда в друзьях. У меня один человек в друзьях, который тогда меня поддержал денежкой, попросился в друзья. Я никогда не знал, что с друзьями можно играть в эту игру. И когда друг онлайн, ты можешь его позвать и вместе с ним проходить вот эти кампании. Оказывается, это кооперативная составляющая против компьютера. Можно, в принципе, наверное, было догадаться, но меня не осенило, увы, друзья. Ну, как раз удачно, их ровно 4. 2 с тобой, 2 с Алексом. Все будет отлично. Ну, попозже давайте пройдем. Еще подкачаемся. Я как куплю, тогда уже можно будет организовать тогда отдельный стрим вне музыки. И с вами поиграть. Вот. Такие планы у нас. Так, хорошо, у меня, в принципе, еще время немножко есть. Тогда я сейчас на минутку. Хотя нет, я думаю, давайте уже... Сейчас думаю. Да, на минутку отвлекусь. И вернусь быстренько. Мгновение лава. Так, хорошо, друзья, я вернулся. Вот. И опять не грузится стрим, понятно. Так, хорошо, давайте сейчас я запущу, немножко поиграем. У нас какие квесты, да? Нам надо хотя бы еще двух людей победить.
уничтожить, разыграть зеленые карты. Еще и зеленые карты надо разыграть. Взял на свою голову. Квест битвы с людьми идем. Поехали. Стандартная колода зеленая. Так, смотрим. По сути, если я сейчас набью это золото, там докупить ставший сверхнебесия не составит труда. Ждем. В фейре не всегда быстро находишь противника, ну и вот из-за того, что мало людей играет, надо очень тяжелого оппонента находишь, которому приходится прямо это выдирать победу, потому что у него мощные карты. Я думал, легко набью золото, конечно. Черепаха. Рано. Можно оставить. Прокачанный, да? Ну ладно, прокачанный. Качанный, качанный, немного перекачанный. Угу. Глухая оборона называется. Никого не подпущу. Шо, посмотрим, что он сделает. Он копит ману. У него может быть очень, знаете, есть топовые карты, после розыгрыша которых тебе конец. Ну вот видите, только что он топовую очень карту разыграл, за которую у нас могут быть банально большие сложности. Что нам приходится делать? Именно идти в контратаку всеми возможными способами. Закрылся. Отлично. Хорошо, что нам есть что разыграть, друзья мои. Крупная карта. Смотрим, что будет дальше. Что ты удумал? Что ты задумал?
Интересно. То есть без каких-либо претензий, да, вот так вот. Вот так все просто. Просто даешь убить эту карту. Ну хорошо. Я не против. Так, пока все отлично складывается. Мы его зажимаем. Посмотрим. Колода у него одна мощная карта, и у нас все может накрыться, друзья. Такое бывает. Так. Поехали. Ликвидируем. Ну, закрываем. Призываем. Отлично. Последнее слово, что существо получает ваше случайное существо. Получает, да? Ну, ты думаешь, с другой стороны, если я сейчас использую вот эту карту, я смогу ликвидировать его преимущество, которым он так пользуется жестоко. Отлично, ликвидировали его преимущество. Выходим сюда, в лобовую. Атакуем. Бешник. Я думаю, мы его зажали очень сильно. Скорее всего, он или сдастся, или у него что-то есть, если он сможет переиграть ситуацию. Пока в нашу пользу. Интересно, он принял решение сопротивляться. Очень интересно. Такое неожиданное решение. Вот как. Вот как все интересно тут складывается у нас, я смотрю. Неожиданно. Так, перекрываем. Точно не мог ничего здесь разыграть. Поехали. Убираем.
Тут все великолепно. Ну, атакуем. Хотя, не, мы сюда не можем, да? Бьем сюда. Бьем сюда, выжидаем. Выжидаем, в принципе. Можно одну карту сюда. Одну сюда. Пусть будет так. Что вот это вот? Возьмите. Я не знаю, на что он там надеется, если честно. Закрыли. Так. На всякий случай здесь ставим еще карту. Все, разыгрались. Но он в окружении. Не знаю, если, конечно, он мощно как-то не ударит по всем. Покоцает часть. Иногда бывает, там, знаете, огненный удар. О, чай. Ну как, у тебя заработало? Ты меня видишь? Ты меня слышишь? Я просто вижу, что ты здесь. Если видишь и слышишь, напиши. Партиечку, я думаю, точно одну успеем сыграть. Ты готова? На твой ник мне нужен. Отлично, видите, я пока не проигрывал, значит, ни с кем. Еще одна победа, еще 4 зеленых существа, и мы получим, что нам нужно. Так, сейчас смотрю ответ от чая. Чай пока молчит, наверное, у нее все-таки не грузится. Ну, мы как раз партию сыграем, давайте трек от меня. Я не знаю, ну, давайте еще подожду немножко. Потому что если трек от меня, музыкальные стримы заморозятся. Поэтому я еще подожду. Давайте еще одну партию. И после этого будет трек музыкальный от меня и заморозка музыкальных стримов на нашем канале. Так, что-то там произошло. Так, нет, это не то. Хорошо. Ваш ход, это пока рано. Поехали. Мелочь пришла, но может быть это и на руку. 16 уровня, может нас скинуть. Опытный. Но все равно, как говорится, случай влияет. Влобешник. Закрываемся как можем, а что остается? Да. Контратакер попался на него. Еще и пустынник. Ну как можем, закрываемся, что остается? Можем закрываемся. В принципе, можем мелкую карту разыграть. Вряд ли он ее убьет. Но она зато нам может потом маны принести. Так что вперед. Если он сейчас решит разыграть какую-то там на одну единицу существо, то мы его тоже сможем обыграть. Но может на две разыграть. Так что будем смотреть, что нам лучше делать. В сложившихся обстоятельствах.
Интересно. Очень интересное решение. Я так скажу. То есть дать мне возможность взять здесь ману. Хорошо, братан. Я взял ману. Так, вот сейчас прям думаешь, как играть. Давайте пока, наверное, держать какое-то количество войск. Хотя, можно вверх попробовать уйти. Рокироваться мы сможем, так что давайте. Идем сюда. За маной, коли он нам дает ее копить. Успел дернуться. Успел дернуться, чтобы. Ясен. Квасен. Прям комбинацию, видите, сразу разыгрывает. Комбинацию. Хорошо, разберемся мы с твоей комбинацией. Так. Можно нам где-то еще, наверное, выставить войска? Важно. Давайте закрываем, чтобы он не мог открывать. Завязываем на себя. Может быть, выдохнется. В основном атакеры, они долго удар не держат. Если сейчас переломать ему контратаку, он может и выдохнуться. Интересно. Говорится, ну просто счастье выше крыши. Ну, сейчас. Ну, я думаю, будем сейчас крупную. Хотя какой смысл крупную карту разыгрывать? Давайте мелочи убивать. Крупную карту надо, я думаю, поберечь. Держим пока. Как можем, держим. Угу. Пусть думает, что я пожертвую. У нас есть рокировка. В этом вопросе маны ему, видать, не хватает, ведь он начинает думать, чего ему сделать, чтобы ману получить. Да, я понимаю, что тебе маны не хватает, бывает. Бывает.
Маны не хватает. Так. Хорошо. Выходим на контратаку. Тут он совсем распоясался, смотри. Отлично. Надо было перекрыть. Не подумал я. Ладно. Контратаку решил идти, понятно. Ясно, пожертвовал маны. Так, в принципе, хороший вариант. Неплохо так держимся. Должен выдохнуться. Чай, ты все, видишь меня? Вижу, отлично. Установила? А, ну, если что, тогда ты потом мне скажи, мы вне стрима сойдемся, чтобы я тебя в друзья добавил, хорошо? Поиграть тоже вряд ли получится, потому что стримы замораживаются, я сейчас трек прослушаю финальный от меня. Вот, как будем проходить, тогда две с верхней беси с тобой, две с Алексом. Сейчас вот я его сдерживаю, просто хочу золото получить, чтобы купить, я еще одно не купил. А это именно в Стиме так пишет? Это плохо, если в Стиме так пишет. Отлично. Кто кого забьет? Тогда что-то странное творится. Так. Отлично, держим его. Представляете, он сам, наверное, в шоке, потому что мы его держим. Мы не даем ему возможности контратаковать. Я смог нейтрализовать все его попытки на контрудар. Пишу по ссылке блок. Я, если честно, не знаю, почему так у тебя работает. Это все было спокойно. Что он пытается сделать? Успею его убить. Не успею. Все, победа, да? Нет, еще три маны.
Неужели что-нибудь придумает? Все, победа. Отлично. Четыреста. 30, 600. Все, мы все выбили. Все возможные золото сегодня мы забрали, видите? У вас не осталось ежедневных заданий. Мы молодцы. Мне, чтобы купить сверхнебесье чай, надо, ну, последнее, чтобы с вами обоими поиграть. Миссия. Сверхнебесье. Давай, пока ты здесь на стриме, какие тебе столбить? Сверхнебесье. Или это не критично? Типа, 9500 надо. У меня уже есть 7200. 7200, так что, скорее всего, я прохожу просто миссии, чтобы набить золото. Нам чуть-чуть не хватает, ну, или мировых боссов. И набьем. Но надо ждать задания. Значит, здесь у нас вот такой товарищ. Я не помню, как она называется. Богемина. Богемана. Богемана. Расположение Богемана. Это неизвестное расположение. Як воробей. О, отлично. Поддержку. Ну, я думаю, это не критично, где что проходить. Вроде тут даже непонятно, насколько это интересно. Ну хорошо, сейчас включу трек от меня. Хорошо. Убираем музыку. Послушаем, насладимся. Опять такой немножко медитативный, но ритмичный. Так вот. Запускаем. Yeah.
тем Шивам Сундарам, Сатьям Шивам Сундарам, Сатьям Шивам Сундарам, Сатьям Шивам Сундарам, Сатьямаям Шивамаям Сундарамаям, Яннамаям Премамаям Сарвамсихамаям, Сатьям Шивам Сундарам, Сатьям Шивам Сундарам, Сатьям Шивам Сундарам, Сатьям Шивам Сундарам, Гуру Чаранам Бхакти Мая. Как тебе трек, чей? Ну, отлично. Я тоже, знаешь, я ориентируюсь на музыку. Единственное, перед стримом посмотрел перевод. Там поется об истине. Но очень перевод не очень удачный, в том смысле, что там очень много уделено богам буддийским. Ну, не буддийским, а восточным, наверное, я даже не знаю. Поэтому мне больше всего нравится, когда текст больше сосредоточен на каких-то хороших вещах. Такие есть тексты. Но сама мелодия мне тоже нравится. Поэтому я сейчас стал вникать в текст из-за того, что иногда зрители спрашивают, а о чем там поют. Я-то не знаю, потому что я чисто музыкой, вот как ты наслаждался. Мне нравится сам ритмика, то есть что мне на душе хорошо от того, что я слышу. И никогда не задавался вопросом, о чем человек там поет. Самое главное, что нравится. Ну вот стал сдаваться, потому что вдруг вопрос будет, чтобы была возможность ответить. Вот. Ну хорошо, чай. Давай завтра увидимся, буду рад видеть. Завтра Dead by Daylight.
утром и вечером, потому что теперь, подожди, завтра вторник, да, то есть, а в среду live for dead. Давай, пока. Ребят, всем успехов, всем пока, утром увидимся. В 9:30 по Москве постараюсь уже начать утренний стрим. Так что буду всех рад видеть. С вами был Лав. Спокойной ночи.